я как-то помню давнишнюю, могу что-то по-журналистски напутать, вы меня поправите, телевизионную полемику, где вы очень ратовали за равенство, не равноправие, а равенство мужчин и женщин. Я что-то путаю? Да. Да, такого не было никогда. Ну как можно за него ратовать, когда оно есть, присутствует в Конституции, во всех законах? Равенство. Ну а что там, неравенство, что ли? Ну ведь это... Написано, мужчины и женщины имеют равные права. Ну ведь это ужасно. Что мы ужасно? Вами... Ну как, ну, мы же с вами не равны. В каком смысле? Ну во всех, я понимаю, что у вас буквально между ногами другой орган, но вопрос же о равенстве тоже... возможностей и прав, вот, а равенство возможностей, смотрите. Просто женщины гораздо... Ну, не только потому, что мы сейчас живем в эпоху там, развитого матриархата, а в принципе, вы же гораздо лучше нас. Вы без нас можете обойтись, вы я можете продолжать род. Ну, нет, там, я не знаю... Это вы сказали, это не я сказала. Ну, это, нет, это просто, ну как, это биология. Если останутся только одни мужчины на Земле, то продолжение рода человеческого, даже если это будут мощные умы ученые, решить эту проблему не смогут на сегодняшнем этапе. Женщина, если оставить вам цистерну спермы, то вы сможете продолжать существовать на планете без нас очень благополучно. Ну, поэтому я думаю, мы не равны по определению. Мужчины начнут делиться с горя, как амебы. Вы это... Ну, откуда вы знаете? Прогресс, заложенный в мужчине, не имеет границ никаких. То есть вы мужчина считаете... дико креативен. Он что-нибудь придумает. Может быть, марсиан. Ну вот вы видите, вы сейчас сказали, что мужчины дико креативны в презумпции того, что женщины не настолько креативны. Это я не сказала. Женщины тоже дико креативны. Народ вообще прекрасен. Угу. Я его люблю. Народ, в том смысле, что вы любите народ, что вы не мизантроп, или вы любите народ, наш народ, наш элитарь? Вне зависимости от пола и национальности. Мне нравятся люди, даже вы. И вы считаете, что все одинаковые? Я не считаю, что вы похожи на меня, я лучше. Конечно, нет, женщина по определению лучше. Это мы не одинаковые. Я это только что сказал. Так что, мы не одинаковые. Конечно, нет. Так как же мы можем быть равны? В правах и возможностях. Нет, равноправие и равенство. Вы не врач, отключитесь от физиологии, настроения, психики, устройства мозга. Переключитесь. Есть у любого гражданина права и что? Возможность их реализации. И вот здесь женщины и мужчины в России равны.